И часть вторая, наше продолжение специального мануального массажа, проходим растирание и вибрации. Те нюансы сейчас запишем, которые не вошли вот в первую часть ролика. Значит, по поводу движений. Мы вообще, в принципе, должны стоять относительно нашей рабочей зоны с точкой Даньцянь, это энергетическая точка, соответствует чакрами, примерно на 4 пальца ниже пупка, вот здесь она находится, да, она отвечает за наш аспект физического проявления в этом мире. То есть все физические работы, там, будь ты столяр, плотник, там, повар, там, да, все, ну, массажисты в том числе, да, мы делаем возле этой точки. И из нее идет энергия в нашу обрабатываемую зону. Соответственно, если зона короткая, вот такая, да, ну или вот лопатка, мы встаем вот тут, вот так вот к ней, да. Если зона у нас вся идет вот от общего, да, от ягодиц до шеи, то встаем, соответственно, посередине этой зоны. В данном случае для растирания мы разворачиваем ногу, эту стопу возле крестца, то есть наша точка по центру этой зоны, да. Тут ставим мы ногу возле крестца перпендикулярно, эту ногу разворачиваем под 45 градусов стопу на линии лопаток. Получается такая поза, вот отдельно покажу ее, они же видно, да? Вот как бы из ушу, из кунг-фу, из айкидо, где мы, перенося вес тела с одной ноги на другой, передаем импульс в тело человека. Вот как я говорил, от пятки в бедро, потом в свое тело и потом в руку. Этот импульс нам помогает не только снять напряжение с наших рук, потому что если мы долго будем делать только предплечьями, да, у нас просто устанут руки. Это во-первых. Во-вторых, мы работаем всем телом, это практически для нас как зарядка, как физкультура, да? Фитнес ходить не надо, как я обычно говорю. И в-третьих, мы импульсом даем больше энергию в тело человека, он быстрее зажигается, он быстрее теплеет. Понимаете, вот в чем хитрость. Итак, способ растирания, по-быстрому показываю. Первое, это, ну, поперечно, да, растерли. Продольно, вдоль, растерли. Видите, как мое тело ходит? Вот, от ноги, и передал импульс, и дошел до конца. Вторая рука, если хотите, может отдыхать пока. Потом перейдем на другую часть тела, будем, будет вторая рука работать. Спиралевидные. Условно говоря, вот, быстро три линии прошелся. Все наши движения, как я говорил, идут снизу вверх. Вот я три линии прошелся, да? Теперь углубляясь в тело человека. От крестца начинаем движение, но идем в впадине, так надо постараться попасть туда, как врезаться, как нож туда входит, в масло, да? Между осистыми отростками и вот этим пучком паравертебральных мышц, между этим валиком, да? Вот туда врезаемся, и наши движения будут более глубокие и более сильные. То есть уже как бы тело человека подсказываем, что мы от поверхности уходим вглубь. Да? Условно, ну, движения штришки называются. Штришки такие. Чик-чик-чик-чик. Делим условно вот эту зону на 4 части. Раз, два, три, 4. Чтобы нам начинать работать с таким вот достаточно как бы уже энергичным, быстрым движением, мы должны не вредить человека, да, поскольку мы стоим к нему достаточно близко. Поэтому нам вот этот локоть надо убрать. Мы его убираем вверх. Здесь мы расслабляем трапецию, поэтому руку опускаем вниз. И чтобы не попасть ему по челюсти, да, мы разворачиваем голову к себе. Таким образом, еще больше раскрывая вот шею и трапецию, да. Потому что наше движение должно заканчиваться вот там. Трапециевидные мышцы так крепятся впереди, к ключице. То есть они вон туда. То есть мы их там тоже разогреваем. Итак, демонстрирую. Сначала делим на 4 части, потом на 3 части, потом на 2 части, потом на 1 часть. Штришки, ну, все растирания делаются примерно по 3-4 раза. Ну, каждый прием по 3-4 раза. 3-4 раза. 4 зоны, да? Теперь 3 зоны. Теперь 2 зоны. Теперь 1 зона. Видите, ладонь моя ныряет туда. Первое внедрение глубже в тело человека мы продолжаем уже зонально с лопаткой.
с ягодицей. Значит, наше тело переходит сюда, к лопатке, да, она растет, она, ну, мышцы тут идут в основном от уголка плеча, от акромиального отростка, да, веерно, вот так вот, соответственно, вот так наши движения будут продольные вдоль мышц, потом будут поперечные. Обоими ладонями достаточно быстро растираем, потом одну ладонь меняем на гипотенор ладони, вот так вот, да. И при этом, заметьте, я клоню большой палец, и у нас получился еще вот валик такой. Мы накатываем валик, таким образом растирание переходит уже в разминание, такой промежуточный этап. Подняли руку и подключили все предплечье. Это особенно приятно, когда вот по шее делаешь человеку. Приятно, да? Вот. И для этого мы еще раз подчеркиваем, что повернули его заранее головой в нашу сторону. Такое движение лучше делать с небольшим поворотом. Да, это вот из метода роллинга. Роллинг – это вот такие вот накатывания. И получается такое вот спиралевидное движение. Вот, демонстрирую. Видите, возвращаюсь с валиком. Из трапеции делаю валик. Растерли. Ну, можно руку менять. Растерли продольно, теперь поперечно. Вообще все наши движения основаны на эргономике. Но этому посвящен отдельный мой урок, который прежде всего говорит о том, чтобы вы минимум делали походов вокруг стола лишних. Кто-то начинает, чтобы кто-то растирает. Вот так вот подходит. Кто-то вообще с той стороны обходит, там плечо поднимает, и там вот растирает. Все можно делать с одной стороны стола, вы буквально переходите от одной зоны к другой зоне. Перешли к ягодичной зоне вместе с поясничной. Поясничную лучше с квадратными мышцами растереть продольно, то есть ваши локти ходят друг параллельно другу. А потом не так же от крестца. Чем ближе руки, тем больше передается тепла для щекотного трения. И потом опять одну руку меняем на предплечье и переходим на ягодичные мышцы. Они растут от вяльца лобедренной кости веерно вот так в эту сторону. То есть вот так получается продольно, вот так поперечно. Мы прошли, соответственно, продольно, прошли поперечно. И считайте, что наше растирание закончено. После этого переходим сразу к вибрационным техникам. Кстати, когда я растирал вот так человека, видите, он уже двигался, вот только сейчас заканчивается движение. Заметили? Да. Небольшой нюанс. Я его вот этой ладонью уже раскачивал. Это вот уже первая вибрация, которую мы уже задаем. Но тут есть еще одна тонкость. Стол начинает шататься. Чтобы стол не шатался, я его бедрами придерживаю. То есть я чуть-чуть подниму под стол и его придерживаю. То есть одна рука вот его раскачивает, а вторая трет. Это вот первое. Вот видите, опять вот только сейчас остановился. То есть первая вибрация, которую мы запустили. Далее мы запускаем все вибрации, какие только возможно. У нас, в отличие от классики, меньше мы тратим времени на растирание. В классике это примерно 60-80%, да? У нас это процентов где-то 5 от всех приемов. А между каждым приемом мы добавляем вибрацию. И также можно выжимку добавлять. Выжимка это как, ну, самостоятельный прием. Можно там отработать эту зону, да, там вот гиперемия поднялась, то есть какие-то процессы там, клетки начинают распадаться, да, и вы потом это все уводите в подмышечную зону, подключичную и в паховую. Вот наши три зоны, где скопление лимфоузлов, да, вот туда мы отводим весь переработанный материал в теле человека. Соответственно, выжимка это всего удобнее всего это делает. Обычно это накладывается ладонь плотно-плотно, вторая рука прижимает, и вот мы медленно идем вдоль тела человека и вводим все в подмышечную впадину. Кровь у нас течет в теле человека достаточно быстро,
еще туда в минуту все-таки толкают кровь, да? А лимфу, лимфа течет очень медленно. 1-2 сантиметра в минуту. Поэтому вот медленно вводим вот теперь туда. Вот ключичных пазлов. Два прохода сделали, да? Ну и третий проход можно сделать, вот ввести в паховую зону. Этот прием сейчас мы будем использовать в вибрациях, сейчас поточнее прямо скажу, но начнем с самой простой вибрации. От крестца мы спадаем рукой мимо осистых отростков. Во всех наших движениях осистые отростки мы бережем. Когда, вот еще нюанс ловите, когда работали локтем, да, у некоторых бывает позвонки прям упирают, ну, у худеньких людей там, да, у девушек особенно. Ни в коем случае локтем не задеваем их. То есть наше движение должно быть по касательному, вот как бы мимо. Мимо вот этой грядки осистых отростков, видите, не задевают ни в коем случае. И как бы возьмись на заметку, только в редких там специфических случаях мы будем на осистые отростки давить, пока мы все их обходим мимо. Движение мое идет также вот в этой позе, да, вот я буду идти, из кунг-фу взятой. Но единственное, что единственный прием, который мы делаем не от бедра, получается, да, а от пальцев, от движения пальцев. Потянулись на досуге, вот теперь выпрямите руки, да, прямые руки, у вас должны пальцы, как тремор такой. Я раньше работал в паре с диджеем, у него не было стробоскопа в клубе, и ставил меня против прожектора, и вот так вот тряс, свет проходил. Работал стробоскопом в свое время. Вот, смотрите. То есть уперлись, да, тело мое дает нагрузку, рука прямая, а движение только пальчиками. Быстро, 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 такое расписание. Это получается в оси координат одной, да, одномерная координата. Следующее движение в оси двухмерных координат. Это вертикальная ось у нас, ну, в данном случае горизонтальная человек лежит, да, горизонтальная и вертикальная вверх. То есть мы двигаемся под 45 градусов в тело человека и в стол, продавливая его реберно-поперечные сочленения. Их можно легко обнаружить, когда вот мы валик паравертебральных мышц сдвигаем, вот он, можете пощупать, если хотите. Вот они прям видны, чувствуются, вот эти бугорки. Да, там мясо пошло, вот это. Вот, вот чувствуешь. Визуально это получается на скелете немножко такой детский, что ли, получается. Вот ось идет осистых отростков, а вот поперечные сочленения, вот они. Ага. Здесь как бы так два пальчика, да, на самом деле там 4-5 пальцев здорового мужчины. Очень хорошо, у меня специальные тряпочки, которые это все демонстрируют. По ширине. Накладываем, да, вот красную линию на осистые отростки. И зеленые линии практически показывают нам, где вот реберные сочленения. Ну, примерно это вот 5-7 сантиметров от оси позвоночника. Значит, наше воздействие такое. Вот мы опять спустились с крестца, мягко проходим почки и плавающие ребра. И вот здесь вот уже, где идет кифоз, можно усилить нашу амплитуду воздействия. Усиливаем так, что ребра иногда хрустят. За счет чего? За счет того, что, во-первых, снизу вверх движение декомпрессивное, да, то есть мало того, что мы снизу вверх ведем, ну, снизу вверх имеется в виду тело человека, лимфу больно, да, так мы еще декомпрессию делаем всегда тоже снизу вверх. То есть все наши движения еще к этому призваны. И вот такая ударная техника, за счет того, что мы ладонь поднимаем вверх, да, проникаем глубже в тело человека. Амплитуду меняйте, можно так побольше сделать, почаще, потом нашли вот где-то проблемку, да, и прям туда всем телом удар делать за счет кивка головы. Это значит, вот в этих координатах мы сделали. Теперь цилиндрические координаты. Это когда у вас есть ось какая-то, и вокруг нее вектор ходит вот так вот. В этих координатах мы ставим руку поплотнее, как на выжимке, да, утяжеление, и большим пальцем
подбиваем остистые отростки прям в них. То есть наши остистые отростки должны идти вот так вот, да, как бы Василий показывал. Если остановить кадр, стоп. Они вот обычно бывают ротированы, в дисбалансе. И мы их подбиваем, стараемся выровнять. Это вот, ну, это я вот этот прием разлагаю на три части, да, первый мы подбиваем. Второе, это вытяжка с утяжелением. И третье, это диагностика. Наш большой пальчик, он диагностирует достаточно чувствительно. Где позвонок там сдвинут в бок, да? Где там какой-то спазм есть, да? Где там может быть